встрече с принципиальным соперником и прошлогодним чемпионом области по хоккею клуб «Саров» готовился основательно. Наши спортсмены мобилизовали все силы и выиграли со счетом 7-5. В прошлом году «Таншаевский старт» был сильнейшей командой региона. В этом все команды находятся примерно на одном уровне. Приблизительно все одинаковые команды. Но после Нового года не могут войти немножко в ритм. Очень есть люди травмированные, есть кто-то в командировках, кто-то занятый. Поэтому я думаю, что к плей-оффу все подойдут заряженные на 100%, там будет другой хоккей. Еще один принципиальный соперник приедет на встречу с Саровым в субботу 25 января. В Ледовом дворце в 13 часов наша команда встретится с клубом «Кстово». В первом круге Саров проиграл со счетом 13-4. В новом матче саровчане хотят реабилитироваться и взять реванш. С другими соперниками немножко полегче играть, то есть там уже у них выигрывали, знаем. А эти ребята, они амбициозные, так у них есть нижегородские студенты, которые очень хорошо в этом сезоне играют. Поэтому, когда проигрываешь команде, уже на ответную игру немножко другой настрой. Прямую трансляцию матча «Саров-Кстово» можно посмотреть на нашем канале в Ютубе и в группах в социальных сетях. Запись игры смотрите в эфире канала 16, 28 и 29 января в 18 часов. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».